Итак, ребят, всем привет! Сегодня у меня будет видеообзор необычный. Сегодня я буду вам показывать и рассказывать об своей приобретении, которое я сделал не так уж и давно. Купил я видеокамеру Sony. Она мне была необходима из-за того, что в моих видео не хватало четкости в кадрах при увеличении находки. Так что для этой цели я купил камеру Sony, и вместе с вами сегодня будем смотреть ее, обсуждать, если кому-то интересно что-то. Вот. Ну и, естественно, надеюсь, вам понравится видеообзор данной покупки. И будем радоваться в дальнейшем моим качеством изображения от данной камеры. Ну и, естественно, видео будет у меня довольно-таки интересней за счет этого. Так что смотрим мой тест данной продукции. Итак, ребята, а камера у меня вот такого вот характера. А камера Sony HDR CX405. Вот такая вот камера. Приобрел я ее на денежки, которые мне вернули за те, которые я покупал через интернет, через китайский. Вот, но, к сожалению, камера не дошла. Я открыл спор, и мне вернули деньги. И на эти деньги решил не париться, купить обычную камеру. Сейчас мы с вами будем ее смотреть вместе с вами. В магазине я ее уже вскрывал, и мне все показали, доходчиво все объяснили, как и что. Вот, идет большой талмуд бумаг, всего такого интересного. Я здесь купил дополнительно флеш-карту, мини-карту памятью на 16 гигов. Я думаю, хватит этого на несколько, на 2, а то и на 3 видеокопа. Вот, бумаги, это ничего интересного. Вот такой вот чек. Камеру я эту купил со скидкой. Была акция, и я заинтересовался ей, и примерно 1003 мне по ней скинули. Общая цена, в общем, 12 990 рублей. Ну, в общем, первая цена у ней был 16 тысяч. Но камера находится у нас вот она. Вот такая вот камера. Вот, заинтересовало меня в этой камере то, что здесь имеются неплохие настройки. Мегапиксель 9.2, 60-кратное увеличение зум, вот, MP4, в общем, все то, что довольно-таки нам пригодится. Вот, я думаю, зум будет хороший, потому что из-за этого я только камеру эту взял, потому что когда на близком приближении делаешь, расплывчатое изображение. Вот такой вот у нас блок питания идет. Обычный. Небольшой здесь вот разъемчик такой. Непонятно для чего такой. С двух сторон USB разъемы. Сейчас мы будем с вами ее смотреть. Так, ну это стандартно. Открывается крышечка. И должно загореться что-то. Да. Сразу у нас все загорелось. Так, черный экран. Возможно, закрыта крышка объектива. Да, открыто. Открыли. Вот такая вот у нас симпатуля получилась. Я думаю, с ней у нас работа попрет. Так, включение, увеличение. Так, сейчас мы немножко ее даже с вами попробуем протестировать. Так, вкладываем ее в ладошку. Так, это у нас увеличение. Так, увеличение. Да, это у нас ролик увеличения. Ой, здесь даже можно мгновенную съемку делать. То есть можно использовать его как фотоаппарат. Так, запись. А старт-стоп. Вот на кнопочку.
Да, и пошла вот запись, как вы видите. Ну, в принципе, камера несложная, всего-навсего тоже действует всего три кнопочки. На самой экране у нас имеется дисплей, тоже состоящий из двух кнопок, ничего сложного. В общем, в итоге 5 кнопок на этой видеокамере. Очень интересно и удобно. Так, ладно. Сейчас мы посмотрим, как она у нас будет снимать. А именно снимать будет на предметы мелкие. Так, я приготовил уже заранее. Вот такая вот у меня интересная баночка с монетами. Сейчас мы попробуем четко посмотреть вот на такой вот пятачок. Вот Катин. Как вы видите, камера Action вот так вот снимает. Если приближать ближе, то не всегда качество изображения у нас получается четкое. Но при помощи этой камеры, я думаю, у нас качество изображения будет лучше. Будем использовать вот такую вот маленькую чешуйку петровскую. Так, что у нас еще такого интересного, что можно будет посмотреть в мелких деталях. Вот такую вот возьмем сибирочку. Обычный вот такой вот никель, чтобы разглядеть все серпа, все молоты, в общем, все снопы и веночки на снопах. Так, что еще возьмем? Возьмем вот такую вот. Здесь, потому что тоже хорошее рыфление имеется в монете. И тоже посмотрим. Ну и, естественно, возьмем серебряную. Посмотрим, как у нас будет видно в данном случае имперский двуглавый орел. Ну а что еще здесь можно посмотреть? Думаю, больше ничего интересного. Увеличивать нигде ничего не надо. Вот, так что... Смотрим сейчас за качеством изображения в новой камере Sony. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении новых выпусков. Итак, взял я в руки новую камеру. Ну и это у меня будет первая съемка данной камеры. И будем смотреть, как она у нас осуществляет увеличение, то есть зум. Поначалу делаем мелкое приближение. Как вы видите, замечательно увеличивает, замечательно все видно. Сейчас попробуем максимально, насколько ее хватит, пока не будет расплываться видео. Вообще четко, вообще хорошо. Орел, как вы видите, видите, как четко проглядывается. Продолжаем увеличивать. Оп, и все. На этом расплывается у нас увеличение, грубо говоря, наполовине, практически наполовине, может он еще больше увеличивать. Так что остальное увеличение будем снимать, наверное, на улице. Так, сибирочка ложим, увеличиваем. Зачетно, зачетно, мне нравится. Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Да, практически половину. Ну и берем мелкие детальки, это вот такие вот, и будем смотреть. Вот в данном случае чешуя, хорошо все видно. Так, веночки, говорили, будем венки смотреть. Венки видно, серпы, хлебушка тоже видно, лучики солнца отчетливо видно. Замечательно.
монгольская, тоже очень хорошо. И наконец берем имперскую, вообще зашибись снимает, вообще классно. Как вы видите, зачетно. Мне очень нравится. Очень нравится качество зума данного. Вообще, так, зачетно, зачетно. Вот видите, как классно все видно. Так, а сейчас я выйду на улицу, вернее на балкон. Из балкона попробую вам что-то заснять на дальнее расстояние, как он будет снимать. Ладно, идем. Итак, вышел я на балкон. Как вы видите, у меня с балконом одна зелень. Пристреляться больно-то далеко никуда не могу. Но сейчас попробую в какую-нибудь щелку пролезть. Блин, дальше как-то и не видно, куда пролезть-то. А, вон там дорога проходит, у нас трасса. Сейчас на трассе посмотрим автомобили. Представляете, у меня чуть-чуть больше половины деления, и за счет вот этой листвы оно расплывается. Нужно на открытой местности тестировать на дальность этой камеры. Ну ладно, в следующий раз как-нибудь сделаю я это. Итак, ребята, сейчас я хочу продемонстрировать свою камеру Sony на четкость и дальность изображения. Поднялся я вот на такую возвышенность, на холм, чтобы можно было как можно дальше и почетче все смотреть. Ну, приступим. У нас ветерок, я думаю, ветер не помеха. Комментировать я буду мало, нужно в основном все смотреть. Так, начнем. Увеличиваем мы максимально вон ту вот область. Максимально не получается, только до половины, потом начинается все размываться. Сейчас посмотрим на населенный пункт. Здесь вот церковь есть. Осмотрим церковь. Церковь, в принципе, добротно все видно, четко. Вплоть до кладки кирпичей. Как вы видите, церковь находится далеко. Так. И сейчас хочу еще посмотреть, здесь у нас где-то башенка есть, вот на башне, и хочу посмотреть, сколько сейчас время на часах. Трудно разглядеть, но время, руки трясутся, без штатива снимаю, время без 5:12, так что... Я думаю, для данной камеры это зачетно. Зачетно. По себестоимости она, конечно, оправдывает себя. Ну ладно, судить вам, комментируйте. Буду рад ответить на ваши комментарии по данной камере.